This video was created by the Elk Grove Unified School District. Родители являются самыми важными педагогами в жизни детей. Исследования показали, что успеваемость детей в школе лучше, если родители принимают активное участие в их образовании. Сильное среднее образование играет очень важную роль в жизненном успехе вашего ребенка. Образование, которое студенты получают в средней школе, вооружает их для достижения успеха в качестве работника, родителя и гражданина. Поэтому мы поддерживаем активное участие родителей в планировании образовательной программы, которая была бы для вашего ребенка трудной, но и в то же время интересной. В США студенты обычно посещают среднюю школу с 9 по 12 класс. В средней школе учащиеся имеют больше контроль над своим образованием. Они выбирают предметы, которые подготавливают их для будущего образования и карьеры. Для окончания школы американские средние школы требуют от учащихся прохождения определенных предметов. Этими предметами являются английский язык, математика, наука, социальная наука и предметы по выбору, такие как иностранный язык, физическая культура и компьютерная технология. Диплом о высшем образовании обычно требуется для поступления в двухлетний или четырехлетний колледж или университет. Учащиеся могут быть лучше подготовлены для высшего образования, если они поступят на подготовительные курсы колледжа или университета. Каталог курсов средней школы представляет информацию о кредитных требованиях и предлагаемых и рекомендуемых предметах для подготовки по поступлению в колледж или университет. Вы можете взять курсовый каталог прямо в школе, в которой обучается ваш ребенок, или зайти на веб-сайт www.egusd.net. В соответствии с актом «Ни одного отстающего ребенка» все государственные средние школы в США должны протестировать учащихся с целью подтверждения требуемого минимального уровня учащихся. Стандартная балловая система теста помогает учителям, администраторам и родителям определить академический успех, а также нужды индивидуальных студентов. В Калифорнии каждую весну учащиеся 2-11 классов участвуют в штатовской программе стандартного тестирования и отчета STAR, которая включает в себя CST-тест. CST-экзамен проверяет стандартный уровень знаний по английскому языку, математике, науке и социальной науке. Согласно калифорнийскому закону, каждый учащийся государственной школы должен успешно сдать калифорнийский выпускной экзамен CAESI для получения диплома о среднем образовании. Цель CAESI – проверить, могут ли выпускники средней школы использовать знания по математике, читать и писать по-английски компетентно. Для студентов, изучающих английский как второй язык, предлагается CELT – тест для определения их в соответствующий их уровню класс и для назначения изучаемых предметов. В дополнение к этому, учащиеся 11 класса могут сдать один или несколько экзаменов
для достижения соответствующих требований по поступлению в колледж. SAT и ACT являются одними из наиболее распространенных стандартных экзаменов, сдающихся студентами при поступлении в колледж. В течение учебного года из школы, в которой учится ребенок, родители получат информацию об экзаменационных датах и о том, каким образом они могут помочь ребенку в подготовке к тестам. Родители просят определить цель экзамена для ребенка и обсудить результаты с ним. Если у вас имеются какие-либо вопросы о стандартном тестировании или результатах экзамена, пожалуйста, обращайтесь к классному преподавателю или школьному советнику. Основная цель средней школы – подготовка учащихся к работе и дальнейшему образованию. Средняя школа представляет консультационные службы и центры по профессиональной ориентации, в которых подготовленные консультанты помогают студентам в академическом планировании и профессиональной подготовке. Консультанты предлагают студентам индивидуальную помощь с расписанием уроков, предоставляют учащимся информацию о работе и требованиях по подготовке к ней и информацию о требованиях и подготовке к колледжу. Непременно посетите консультационный офис школы для дальнейшей информации об этих и других службах. Поддержка безопасной и продуктивной среды в школе входит в обязанности каждого учащегося. В кодексе поведения объясняются нормы поведения, ожидаемые от студента. От всех учащихся ожидается следующее. Посещать школу каждый день. Посещаемость школы играет очень важную роль. Регулярное посещение школы является одним из требований для окончания школы и дает ребенку возможность быть успешным студентом. Приходить на урок вовремя и быть готовым к работе. Учащимся следует приходить на урок пунктуально, с необходимыми учебниками и материалами, законченной и сданной вовремя требуемой классной и домашней работой. Одеваться соответствующе. От учащихся ожидается, что они будут придерживаться школьной политики о внешнем виде, которая изложена в кодексе о поведении. Ни одна школа района Эльк Гроува не проявит терпимости к студенту, который причинит физическую травму другому человеку, принесет оружие в школу или будет продавать наркотики. Последствия несоответствующего поведения включают в себя отстранение от школы, административное направление и исключение. Учащиеся, которые причинят физическую травму другому лицу, принесут оружие в школу или будут продавать наркотики, будут исключены из школьного округа и, возможно, будут задержаны. Пожалуйста, читайте школьный кодекс о поведении или обращайтесь в школу за дальнейшей информацией. В EGUSD, Elk Grove Объединенный школьный округ, безопасность всегда занимает первостепенное значение. У округа есть свое собственное полицейское управление, которое работает в тесном сотрудничестве с шерифом округа города Сакраменто, полицией Эльк Гроува и полицейским отделом города Сакраменто. В каждой школе есть офицер школьного запаса и вооруженный депьюти, который содействует предотвращению проблем до того, как они возникнут. Родители также могут обратиться в школу, в которой обучается их ребенок, для того, чтобы стать волонтером, взрослым представителем в школе. Учащиеся, которые демонстрируют руководительские способности, принимают хорошие решения и, уважаемые их школьными товарищами, могут быть выбраны в члены группы по разрешению конфликтов в средней школе. В этом случае учащиеся помогают друг другу общаться в позитивной и уважающей друг друга манере, принимают участие в разрешении конфликтов и в достижении справедливых и продуктивных соглашений. Самое важное – это безопасность вашего ребенка. Вам и вашему ребенку следует известить школу
о любой потенциально опасной ситуации. Средняя школа предлагает для учащихся большое количество неакадемических программ. Такие программы, носящие название «дополнительные программы», включают в себя спорт, студенческое управление, студенческие группы и студенческие клубы. Информацию о возможностях и процедурах записи в спортивные программы и информацию о студенческом управлении, группах и клубах вы можете узнать в данной школе. Вдобавок к участию в дополнительных программах, учащиеся могут посещать в течение года различные школьные мероприятия, такие как школьные сборы, экскурсии и спортивные мероприятия. Учащиеся поощряются, если они принимают участие в этих программах, так как эти программы способствуют академическому и социальному росту детей. Многие программы доступны для учащихся с академическими и другими специальными нуждами. Дневная продленная программа средней школы, до- и послешкольные программы и программа летней школы предлагают английский язык, математику и экзаменационную поддержку по КЕЙСИ для нуждающихся учащихся. Студенты этих программ могут набрать кредиты, требуемые для окончания школы. Уроки для изучающих английский язык доступны для студентов, имеющих проблемы с развитием языка. На этих уроках специально обученные преподаватели предоставляют поддержку, направленную на нужды каждого учащегося. Студенты также могут заниматься английским языком с репетитором и получить индивидуальные консультации. Программы специального образования доступны учащимся, имеющих индивидуальные потребности в обучении и индивидуальный образовательный план, или IEP. Программа специального образования предлагает широкий и разнообразный выбор для учащихся с академическими, эмоциональными и физическими нуждами. Другие программы включают в себя AVID – подготовительный класс к 4-летнему колледжу для учащихся недостаточно представленных и демонстрирующих академический потенциал, региональную профессиональную программу, которая предлагает студентам обучение рабочим навыкам, и академию для подготовки учащихся средней школы для работы и колледжа. Обращайтесь в консультативный офис средней школы для того, чтобы узнать, может ли ваш ребенок воспользоваться этими программами. Как родитель, вы можете во многом помочь вашему ребенку для достижения успеха в средней школе. Даже если у вас нет свободного времени, вы все равно можете быть вовлечены. Вы можете посетить школу вашего ребенка, представить себя учителям, администрации, персоналу, регулярно общаться с преподавателями вашего ребенка. Вы можете встретиться с учителем персонально, общаться через электронную почту, имейл, позвонить по телефону или послать записку к учителю с ребенком. Очень важно поддерживать контакт с преподавателями для того, чтобы быть в курсе академического роста вашего ребенка, чтобы узнать, сдает ли вовремя она домашнюю работу и принимает ли ваш ребенок участие на уроке. Вы можете спросить школьный персонал об услугах переводчика для разрешения школьных вопросов. Предлагаются переводчики, разговаривающие на 20 языках. Вы можете также поговорить с учителями о школьных правилах и мероприятиях во время вечера возвращения в школу и открытых дверей. Наконец, вы можете быть вовлечены в принятие решений о школе, участвуя в различных родительских собраниях, таких как школьный совет или школьный клуб родителей. Для этого вам только необходимо посетить школу вашего ребенка и узнать, каким образом вы можете быть вовлечены. Школы регулярно посылают информацию к вам домой с вашим ребенком или по почте.
внимательно просматривайте информационный бюллетень и другую информацию. Всегда читайте отчет о ходе выполнения и успеваемости вашего ребенка. В течение года вы получите отчет о ходе выполнения, в котором говорится о том, как ваш ребенок учится. В течение года отчеты об успеваемости высылаются домой по почте в определенные сроки. Если вы озабочены успеваемостью вашего ребенка или у вас имеются вопросы относительно отчета о ходе выполнения и успеваемости, пожалуйста, звоните учителю вашего ребенка или школьному консультанту. Учащимся средней школы регулярно задается домашняя работа. Для ее выполнения предоставьте вашему ребенку постоянное и тихое место. Даже если вы не можете помочь с домашним заданием, тем не менее, всегда проверяйте, выполнено ли оно до конца. Перед тестом попросите учителя помочь, если у вашего ребенка имеются затруднения по определенной теме. Не вводя в стрессовое состояние ребенка, обсудите предстоящий тест и настройте его и ее сделать все возможное в его и ее силах. Также проследите, чтобы ваш ребенок достаточно спал, завтракал и приходил в школу вовремя. Ваша поддержка поможет вашему ребенку успешно учиться в школе. Ничего не может больше помочь вашему ребенку в учебе и способствовать обретению чувства уверенности в себе, чем активное участие родителей в его и ее личном развитии. Это значит разговаривать с вашим ребенком каждый день. Разговаривайте о школе и о жизни. Задавайте вопросы о его и ее дне и всегда прислушивайтесь к тому, что беспокоит вашего ребенка. Давайте совет и помогайте разрешить проблемы, когда это необходимо. Слушая и проводя время с вашим ребенком, вы укрепляете ваши с ним отношения и помогаете подготовить вашего ребенка к будущему. Многие школы и районные центры предлагают бесплатные или по низким ценам академические и развлекательные программы для детей и семей. Школы в пособии для родителей высылают информацию об этих программах в начале года. Некоторые из этих программ предлагаются школьным объединенным районам Элика Грова. «Здоровое начало для здоровья», бесплатные или по сниженным ценам обеды и другие социальные услуги. Также в районе предлагаются различные классы для взрослых. Взрослое и районное образование предлагает класс для изучающих английский язык и другие программы для семей в различных школах района. Информацию о программах и услугах переводчиков вы можете найти в пособии для родителей. Или вы можете звонить в службу просвещения по телефону 686-7712. Если вам необходима информация о программах для взрослых, звоните во взрослое и районное образование по телефону 686-7717 или зайдите на веб-сайт www.egusd.net. Как вы видите, вы можете во многом помочь вашим детям в успешной учебе. Очень важно, чтобы школы и семьи совместно работали в подготовке детей к будущему. Так присоединяйтесь же к нам, чтобы помочь вашим детям достичь их наивысший потенциал.